Полиция. Секонд-хенд. 5 за раза, 5-10 евро. Ну что это за цены у них, а? Вот эта вот шелковая блуза была очень хорошая, но я ее почему-то не взяла. Теперь жалею. Также вот эта кожаная сумка фирмы Capriccio тоже была очень интересная, в отличнейшем состоянии. Я тоже ее не взяла. Брюки интересная модель, Патриция Пепе, но у этих продавцов были не фиксированы цены, они устанавливали сами. Брюки стоили 20 евро, вот эта шелковая блузка оранжевая, 15 евро, очень красивая блуза. И платье кос черное, мне очень понравилось, интересный крой, тоже 20 евро. Всем здравствуйте! Сегодня расскажу, что купила на секонд-хенде, на рынке секонд-хенда. Давайте начну сразу, сейчас, секунду, немножко разделю здесь вещи. Начну шорт. Вот такие вот шортики я купила. Размере SM спортивные. Вот видите, они такие впереди с перфорацией. Сзади обычные баллоневые. Есть вот такой вот ярко-оранжевый шнурок. И внутри сплавки с маленьким кармашком. Вот такие вот шортики. Далее рубашка. Секунду. Одежки много. Вот такая вот рубашечка, она, скорее всего, мужская, на размер S. Я думала изначально, что она женская, но потом поняла, что пуговица застегивается на мужскую сторону. Она не глаженная. Внутри есть вот такая, это коллаборация Matthew Williamson и H&M. Вот есть, видите, внутри вот такие яркие планочки, точно так же есть на рукаве, на рукавах. И снизу, где тут вышивка, ярко-красная эмблемка. Катон очень качественный, такой структурированный, если видно. Рубашечка в идеальном состоянии, присутствует бирочка, все на месте. Далее это юбочка. Юбка фирмы Another Stories. Я ее купила в последний момент, уже собралась уходить из магазина, с рынка. И нашла вот эту юбку. Юбочка вот очень интересной такой формы. С одной стороны короче, с другой длиннее. Белая с черным. Сзади точно так же. Единственное, что она из 100% полиэстера. Также бирочка присутствует. Видно, что в отличном состоянии. Юбочка без каких-либо изъянов. Вот такая вот. Следующая также юбка, но немножко другая. Вот эта юбочка более легкая. Сверху она вискоза с шелком. Внутри вискозная очень легкая подкладка. Если видно, вот на видео углы немножко длиннее, справа и слева. А центр короче. Вот такой вот у нее рисунок. Фирма Вилаб, я такой не знаю. Есть также бирочка с составом. Сейчас я вам ее покажу. Вот так. Made in Italia. Далее.
Далее будет платье. У меня просто тут очень много вещей. Вот такое вот платье. Платье фирмы Mango. Вот. Очень красивым принтом, таким немножко звериным, скажем так. Короткий рукавчик с подворотом, вырез треугольный на пуговичках в виде халата. Отличный, вообще прям вот модный-модный, мне кажется. Очень легкий, воздушный. Очень такая расклешенная, красивая юбочка. Приталены, видите, вот тут есть такие вот детали, зажимы, как называется, сборка, что ли. Платье тоже имеет бирочку, тоже в идеальном состоянии. К сожалению, это, по-моему, полиэстер, да. Но очень-очень легкий, очень качественный. Платье очень классное. Вот такое платье. Далее. Это футболка. Футболка фирмы Pierre Cardin, мужская футболка, вот такого ярко-розового цвета, немножко выбеленная на манжетах, на воротнике. Видите, планочка немножко другой, сиреневая. И вот есть такие же тоже разрезики по бокам, они тоже немножко внутри сиреневые. Футболка также в идеальном состоянии, есть бирочка вот составом. XXL, наверное, отсвечивает, не видно. Вот так. Мужская футболка. Далее брюки. Брюки это вообще отдельная история. Шикарные брюки фирмы Tommy Hilfiger в размере 38, мужской размер и длина 30. У этих брюк очень красивые детали. Видите, внутри вот такая вот красивая подкладка с красными. Такие вот карманы. Вот даже есть пуговички запасные. Впереди два кармана и на попе два кармана. Брючки из очень классного качественного катона, такой, знаете, немножко как он такой, как бархатный. И зауженные к низу. Вот такие вот брюки. Это все покупки на сегодняшний момент, которые я совершила вчера. Также я хочу показать те вещи, которые я покупала в течение года, они летние, но которые, немножко про них забыла, которые не выставляла еще на продажу. Сейчас я их покажу. Это начнем с вот этих брюк. Шикарнейшие брюки, я считаю. Фирмы Max & Company, это Max Mara подразделение, немножечко подешевле. Они совершенно новые, у них была бумажная бирка, она у меня лежит там в ящичке, если кому интересно. Впереди два кармашка, вот такого вот цвета они есть, как передает камера, такого нежно-зеленого. Сзади на попе карман обманка. И к низу они зауженные и немножечко укороченные. Это размер 10, то бишь размер M. Это 50 на 50 катон и вискоза. Вот, видно. Брюки обалденные на лето, я считаю. Следующее это платье. Тоже удивительно замечательное, красивое, нежное платье белого цвета. Оно бело-белое. Бренд мне неизвестен до этого времени, но я посмотрела по интернету, бренд достаточно недешевый, в такой же ценовой категории, как Tommy Hilfiger, даже немножко дороже. Вот так вот напишется Нью-Йорк. Платье сделано вот из такого шитья, очень красивого. Здесь в районе груди вставлен тонкий катон, хлопок. Вот. Платье также новое, просто оно единственное немножечко помято. И у него очень красивая юбка из такого блестящего структурированного катона, если вам видно, на тонком катоновом подкладе. Платье очень качественное. К сожалению, на меня оно маленькое, хотя оно в размере L. 100% катон. На спине у него есть, соответственно, молния. Длина миди
по колено, чуть ниже колена, зависит от роста. Вот такое вот необычайно нежное платье. Далее. Далее бриджи. Чудесно замечательные бриджи супер бренда Disquiet. Очень дорогой бренд. Вот так он выглядит. Вот точно так, видите, этикеточка в отличном состоянии, новенькая. 100% костюм, катон. Ну, посмотрите на это, на эти бриджи. Такое впечатление, как будто их вывернули наизнанку. Карманы, атласные карманы, один вот такой вот, а второй на пуговицы. Ярко-малиновая обработка. Здесь вот такой вот шов. Есть вот такие вот желтые вставочки по бокам. И внизу по две пуговички, которые можно спокойно расстегнуть. И еще есть зигзаг вот такой. А, и да, и вот еще вот такой элемент в районе колен, я так понимаю. Это размер маленький достаточно, это размер написан 42, но это S максимум, небольшая M-ка. Вот такие вот, смотрите, и смотрите, как красиво здесь застегивается пояс наискосок. Вот крючок и пуговичка. Вот такие вот бриджи. Так, что еще хочу? А, еще хочу показать брюки последние, скорее всего, на сегодня. Брюки фирмы Massimo Dutti из льна. Extra Fine Лен. Бирок здесь нет. А, подождите, она вот все-таки срезана. Вот здесь она срезана, видите. В размере 32. Massimo Dutti, Португалия. Брендированные пуговицы. Вот такая красивая подкладка. На попе также есть два кармана. И пуговицы сделаны такое впечатление, как будто под слоновую кость. Такие очень интересные. И вот на кармашках такие маленькие клапаны. Фирмы, ой, брюки также заужены к низу. И немножко с таким красивым блеском. Ну, это лен такой, я так понимаю, как мельсилизированный, как-то так он называется. По-модному. Молния. Состояние у них отличное. Отличное состояние. Вот такие вот брюки. Вот и все на сегодня. Что хочу добавить? Ну, извините, мерять не буду, потому что все действительно очень маленького размера. Мне оно совершенно не подходит. Что хочу сказать? Все эти вещи я постараюсь в ближайшее время выложить в Инстаграм. То есть это все будет в Инстаграме. Если кого-то что-то интересует, спрашивайте, задавайте вопросы. Я с удовольствием вам отвечу. Всех люблю, целую. Удачи, хорошего настроения. Если понравилось, ставьте лайк. Пока!